Сиу, доброе утро! А, доброе утро, час ундок. Боже мой, ты почему так плохо выглядишь? Час ундок, 41 год, менеджер. Режим сбился. Что? Нет, никогда не думал, что смогу прийти раньше тебя. Эй, я не особо-то и рано. Жизнь в обществе, левел первый. У тебя проблемы со сном? Это может плохо повлиять на здоровье. Да, ты прав, спасибо. Ладно, расслабься. Удачи. Я не выспался. У меня такое лицо из-за тебя. Опа, вчера ничего не происходило. Нет, отчеты считаются? Пообедаем вместе. Потом? Ага, когда? Когда тебе удобно. Для тебя в любое время. Ли Чайрин, пройдемте со мной. А? Куда? Вы же спрашивать про компанию, помните? Ах, точно. А обязательно сегодня? Ага, здесь трудно об этом говорить. Почему бы не поставить кого-нибудь на замену? Молодой человек? Соусиу, а почему именно я? Вы двое неплохо общаетесь. Вот и помоги подруге. Кан Сынчин, 26 лет, представитель отдела продаж. Ничего страшного. Приятного вечера. Прости, мы не сможем пообедать вместе. Все хорошо, давай завтра. Что? Вы двое всегда так нежничаете? Что за глупости? Мы сейчас опоздаем. До свидания. Ах, я так устал. А куда ушли помощники шефа? Они пошли в какую-то компанию. Ух, ладно, пора. Что будешь делать? Ой, принеси попить. Угу. А что между вами двумя? Просто наблюдая за вами, вы пара? Поэтому вместе работаете? А ты туда не плюнул? Нет, извините. Нет? Тогда выпей. Что? Вы серьезно? Что с ним? Ладно, нормально, отдай. С чего бы мне делать это? С чего вы взяли, что я плюнул? Ах...
Кто здесь? Сезон ночных смен начался? Соу Сиу из второй группы! Я менеджер. У тебя проблема? Помощь не нужна? Было бы славно. Чхве Юок, 38 лет, менеджер, руководитель первой группы. Что ты делаешь в такое время? Садись, садись. Мне нужно сделать это до завтра. Жестоко, давай помогу. Новенький, сколько тебе лет? 28. Хорошо, проверим и заполним. Оставь это мне. На чем ты едешь? Метро, автобус? Спасибо, что подвезли. В следующий раз давай выпьем. Ох, выпьем, хорошо, но... вдвоем? Можно было бы на корпоративе, но ты такой неуклюжий. Ладно, все, пока. Наконец-то, дом. Да, моя любимая дверца. Моя любимая комнатка. А? Кто это? Что случилось? Угу. Тот директор... убийца? Как это могло произойти? Ты ведь сегодня была с ним. Ну, это другое. Я бы так не сделал. Что за фигня? Подожди, тут какой-то шум. Соседи шумят. Подожди-ка, ни с того ни с сего. Ты слышишь? Продолжение следует. Ну а на этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте свои королевские лайки и оформите не менее королевскую подписку. Над данным роликом старался мой друг Ваня. Если управить хорошую активность, мы продолжим озвучку данной манхвы. Точнее, он продолжит. Ну а на этом у нас точно все. С вами доктор Немезис и мой друг Ваня. И до новых встреч. И мирного неба вам над головой.